Гава на Кубок. Кто знает такой город? Гавана. Мы говорим про тебя. Да. Окончил с отличием консерваторию Амадео Ролдена по классам лютня и треса. Аплодисменты! Да, кстати, здесь интересный вопрос. Смотри, консерватория по классам лютня. Лютня еще понятно. А что такое трес? Ты можешь объяснить? Трес – это гитара. Так? Давай на словах я объясню. Это специальная кубинская гитара, 6 струн и 3 ноты. А почему 3 ноты? А, они двойные. А она большая? Покажи размер. А ее уже унесли. Принесите трес. Нет, руками покажи. А, как нормальная, говорит, гитара. Как нормальная гитара. Запомните, это гитара трес. И спустя некоторое время наш прекрасный вокалист получает должность преподавателя истории кубинской музыки. Ты понимаешь по-русски, а что ж я... Но мне интереснее другое, что в 2018 году по приглашению Ирины Чесноковой, приезжая с музыкантами к нам сюда, в Москву, переименовывая оркестр в ход Гавана оркестра и становясь его руководителем, и выступает здесь у нас, друзья, в Москве, даря абсолютно всем прекрасную атмосферу Кубы. Спасибо огромное, эти аплодисменты. Давайте сделаем такой приятный действие. Поднимите все руки, чтобы было понятно, что вы прям полюбился вам. Вот. Это тебе такие аплодисменты. Деревне Перес Каррера and Hot Havana Orchestra. Аплодисменты, пожалуйста, этим артистам. Их будет еще много. Мы хорошо отпускаемся. Да. Ритм.